Нарисовать рисунок и стать частью истории города Чебоксар смогли учащиеся 4-й Чебоксарской художественной школы. Их работы украшают календарь 2019 года, который выпустили к 550-летию столицы. Городской пейзаж – излюбленный объект как у состоявшихся, так и у начинающих художников. Чебоксары осенью, Чебоксары, занесенные снегом, рассветом Чебоксарами и Чебоксары с высоты птичьего полета. Эти и другие мотивы можно увидеть на рисунках бывших и нынешних учеников художественной школы номер 4. За годы ее работы получилась иллюстрированная летопись города. А в канун 550-летия столицы возникла идея создания юбилейного календаря. У каждого преподавателя есть ученики, которые выполняют очень замечательные работы, и каждый преподаватель включил своего ученика. У нас большой архив, поэтому большой был конкурс, чтобы выбрать, и выбрали самые лучшие работы в этот календарь. Рисунок выпускника художественной школы Романа Игнатьева – один из тех, что украшают юбилейный календарь. Он рассказал подрастающему поколению художников, как нужно рисовать, чтобы их работы стали лучшими. Когда я был маленький, я любил играть в стратегии. То есть, и как бы там тоже строились города, создавались войска, и меня очень интересовала вот эта тема вся, и поэтому я, как бы рисуя, я тоже играл, то есть воображал, у меня сильно работало воображение. Поэтому и получались такие прикольные, интересные картины. То есть картины в детстве у меня были все живые. Ольга Козырева тоже закончила эту школу. Выбрала профессию стоматолога, но продолжает рисовать для удовольствия. Ее работа с изображением монумента воинской славы тоже на странице календаря. Мне очень нравится это место. Мы часто с семьей ходим вместе туда гулять. Особенно на 9 мая мы очень любим праздновать и ходить, и наслаждаться красотой этого парка. Особенно красивый вид, когда заходишь на эту площадку и смотришь на город. Всего было отобрано 13 работ с изображением достопримечательностей столицы. Напечатано 50 экземпляров, часть из которых уже вручили выпускникам и учащимся школы. Остальные ждут своих хозяев. Ольга Алексеева, Алина Сусметова, Андрей Шоклев. Республика.